Привет, друзья! Если вы смотрите это видео, вы снова на канале Алакони, и мы сейчас будем проходить 375-ю часть игры «Сливая обезьянка», которая называется «Робин». Это автор серии игр «Самой обезьянки», собственно, Pencil Kid. Дети, а это его ребенок. Робин делает игру. Поехали! Так... Мальчик хочет 20 машинок. Все, собираемся, проверяем. Ничего не пропускайте, будьте внимательны. Так, сам Робин хочет Винчестер с USB подключением к сети. Шторку отодвигайте. Так, у нас был ключ. Ключом открываем двери. Теперь смотрите этот сейф. Сейф собой представляет набор чисел. Числа соответствуют количеству тарелок, которые находятся в трех рядах. В первом ряду 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4. Правильно? 5, 4. Во втором 2, 3. И третьем 2, 3, 4, 5. Есть. Мы взяли ключ, мы встали корпус. Не корпус, сам диск, собственно. Можно открыть этот сейф. А теперь у нас еще есть вот этот. А этому соответствует время на часах. А здесь у нас 12, 45 и 35, то есть от часов, минут к секундам. 12, 45, вы поняли, да? Первый ряд 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И последний это 35. Так, у нас 19 машинок, и я где-то одну пропустил. Вот. Отдаем машинке мальчик, он нам дает кабель. Кабель мы соединяем с диском. Диск мы даем Робину, он нам дает перочинный ножик, бумажный этот ножик. И мы с его помощью разрезаем обезьянки. И так мы прошли эту классную часть. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Пока-пока.